Новый год – время, когда сбываются мечты не только у детей, но и у взрослых. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Федоров обратился в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» за помощью. Результат не заставил себя долго ждать. Борис Федоров живет в этом доме на улице Мира больше 40 лет. В Люберцы попал после армии. Без дела сидеть не мог. Трудиться привык с военного детства. Устроился на Панковский ремонтно-механический завод. Спустя 3,5 года перешел во ВНИИ буровой техники и проработал там более 35 лет. Механиком и шофером, и по командировкам меня посылали. В преддверии нового 2023 года мечта у 89-летнего ветерана только одна. Я желаю, чтобы не было войны, во-первых, потому что это я испытал эту голодовку и прочие вещи. Чтобы не было войны, но чтобы полегче народ снял. Жил как народ-победитель. Поздравил ветерана с Новым годом член партии «Единая Россия» Александр Мурашкин. Люберецкий депутат взял под контроль и просьбу Бориса Федорова по замене окна в комнате. По словам парламентария, к старому Новому году вопрос будет решен. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.